Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы восхититься праздником души, музыки и света. Поскольку сегодня нас ожидает встреча с взрослым хором «Виктория». Это молодежный коллектив, который создан на базе музыкальной школы имени Golden Razor из выпускников разных лет. Художественным руководителем и главным дирижером коллектива является заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии правительства Москвы Виктория Яковлевна-Королькова. За роялем концертмейстер Николай Сергеевич Андреев. Коллектив более 30 лет организует и проводит выступления в России, за рубежом, участвует в многочисленных концертах и фестивалях. Имеет много награжденных, имеет много грамот и медалей за различные музыкальные достижения. Также включает в выступления шоу-постановки на темы классической музыки и русских народных песен. Итак, сегодня мы погрузимся в мир музыки хоровой на отчетном концерте хора выпускников «Виктория». Открывает нашу программу произведение Джулио Качини «Аве Мария».